Новости. Очередной субботник прошел на выходных. С метлами и граблями вышли жители, а также целые коллективы предприятий и учебных заведений. В Октябрьском районе убирали 7 территорий. Одно из мест – площадь Фрунзе. Здесь высадили кленовую аллею. 20 саженцев японского клена. Называется он прекрасно, у него еще и сорт такой замечательный. Он называется «Малиновый король». Поэтому он будет ярким таким пятном. Они низкорослые, специально подобраны совместно с Зеленстроем. Подобраны специально, чтобы украсить площадь. То есть это общая концепция благоустройства самой площади. Красный клинкер, малиновый клен. Поэтому здесь будет очень красиво и замечательно. В это утро помогали сделать город краше кадеты Терского казачьего общества. Борис Ульянов уже 4-й год в кадетском корпусе. Ранний подъем в выходной нисколько не смутили юношу. Говорит, приятно что-то сделать для города, плюс освободили от занятий. Вместе с кадетами аллею высадили и представители Ставропольской епархии. Мы знаем, что отсюда основался город Ставрополь. Терские казаки основали именно здесь первый храм, часовню. Вот отсюда начиналась жизнь. И поэтому дай Бог, чтобы эти деревья еще долгое время и давали кислород, и украшали, и принимали под своей сенью всех добрых жителей города Ставрополя, Октябрьского района. Анастасия Петренко, Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».